театре музыкальной комедии состоится премьера мюзикла «Бал в Савойи». Написанная в 1932 году венгерским композитором Полом Абрахамом, оперетта о приключениях супружеской пары, которая решается на измены друг другу, считается самой танцевальной всех когда-либо поставленных на мировых театральных сценах. «Бал в Савойи» представлен в виде вальса, танго, фокстрота и степа. Оперетта возвращается в репертуар театра после долгого перерыва. Последний раз на сцене мускомедии «Бал в Савойи» был показан в 1991 году. Спектакль вот об этом, о том, что дар Божий надо обязательно поддерживать своим характером, своей устремленностью, своим желанием состояться. Вот как бы я бы хотел сказать о том, что такие слова, как этот безумный мир искусства, вот где многое переплелось, но в конечном итоге мы все вышли на какую-то ясную дорогу. Это можно назвать джазовая оперетта. И чтобы людей как-то направить вот в том русле, в котором мы мыслим, поэтому почти мюзикл. Просто в 32-м году, видимо, еще не было принято называть Абрахам, такого термина, возможно, не было в Германии. И Абрахам назвал это оперетой. Премьера мюзикла «Бал в Савойи» в театре музыкальной комедии состоится 29 октября.